Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания «Изба вязания», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас мы с вами проведем тест ниток вязальных «Пион». Состав 70% хлопок, 30% вискоза. Устойчивость окраски прочная. Давайте посмотрим, как будет эта пряжа вести себя на вязальной машинке. При провязывании ниточки пион не могу сказать, что каретка идет очень легко. То есть вязание требуется достаточно рыхлое. Смотрите. Петли, конечно, ровные, машина не рвет, не сбрасывает, но приходится прилагать усилия при вязании. Это при том, что плотность средняя. Если вязать рыхлее, будут очень большие петли. Пряжа пион вот так выглядит в вязаном полотне. Практически не тянется, то есть она держит форму очень четко. Ее легко вязать, легко рассчитывать и очень приятно носить, потому что такая вот нежная, приятная к телу полотно получается. Практически не мнется, видите, заломов нет. Приятная, нежная, вяжется хорошо. Я думаю, что вы будете с удовольствием носить летние вещи из этой нитки, нитки пион. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.